И на мой взгляд, из линии Мирея самый маленький размер, насколько он аккуратненько смотрится. Широкий ремешок, выгравирована майка Корс. Основой идет плотный текстиль и вставочки на основе эко-кожи. Закрывается на основе молнии, и вот покажу вам все цвета. Вот на сегодня в наличии 4 цвета. Актуально промо минус 20% цены, а вот для сутилка она классненькая. Форма структурированная, плотненькая и достаточно вместительная, вот, учитывая сам размер. Okay? Из всего ассортимента вот это самый такой самый малыш, аккуратненький. Плотный текстиль, покажу вам какая текстура, структурированная форма, ремешочки регулируются и крепится вот в этой зоне зажимчика. Фарнитура в серебре, только в нежно-голубом цвете, покажу вам в черном. Чтобы вы оценили. Такая прошивка интересная идет по бокам. Широкое дно. И в нежно-голубом цвете. Покажу вам поближе также. Такой брелочек симпатичный. Видите, можно также носить его, как и вытянуть из внутренней части, да, как чехольчик. Или вот так носить. Закрывается на основе молнии. Важная деталь, мне кажется, для сумочки. И вот покажу, как смотрится вот именно в персиковом цвете. Классненькая, с широким ремешочком. И, кстати, этот ремешок можно использовать также к другим сумочкам. Так что я думаю, что это просто конфетка. И какие отделения внутри? Кстати, вот сам основа бегуночка также выгравирована. Майкл Корс в этой зоне. Плотненькие прошитые ручки. Внутри подкладка идет в перламутровом цвете, нежно-кремовом. И один карманчик. И с обратной стороны также карманчик на основе молнии. И для меня, допустим, персонально, когда модель скрывается полностью на молнии, то есть она закрыта полностью, для меня, допустим, это очень важная деталь. Поэтому, девочки, минус 20%.